24 мигранта привлечены к ответственности за незаконное проживание на территории округа. Проверка прошла в рамках операции «Нелегал». Во внимание люберецких полицейских попали многоквартирные дома, общежития, торговые центры, рынки, строительные и производственные объекты. По информационным учетным базам проверено 146 мигрантов. Нарушившим правила въезда придется заплатить штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Также их депортируют из страны. Сейчас полицейские работают над установлением организаторов незаконной миграции. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.